выборно Дмитрий Юрьевич, главный внештатный специалист, детский травматолог, ортопед Департамента здравоохранения, профессор кафедры детской хирургии университета имени Пирогова. Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с нашим общим праздником, потому что годовщина, которую мы сегодня отмечаем, безусловно, это событие важно не только для сотрудников самого института, а для всего медицинского сообщества города Москвы. Как будто бы небольшой юбилей, в самом начале пути коллектив находится, если брать это по сравнению с клиникой, которую я представляю, больницу имени Филатова, которая насчитывает уже 180 лет со дня своего основания. Но каждое время рождает свои задачи, свои проблемы, и состояние медицинской помощи, медицинской службы города сегодня таково, что оно невозможно без организационных структур, аналитических структур, структур, обеспечивающих цифровые платформы реализации нашей работы. И поэтому очень вовремя, своевременно и в нужном месте появилась ваша служба. Прежде всего хочу, как главный специалист, поблагодарить вас за существенную помощь в рамках работы нашего методического отдела, потому что вопросы статистики, организации научных исследований, подготовки и проведения различного рода учебных, воспитательных, образовательных программ. Сегодня это все включено в план работы Института организации здравоохранения и медицинского менеджмента, и это работает на пользу всему нашему медицинскому сообществу. Я думаю, что каждый должен в значительной степени заниматься своим делом, и именно сотрудничество клинических учреждений с Институтом организации здравоохранения дает тот современный результат, который от нас требует сегодняшняя действительность. Еще раз вас с юбилеем и с надеждой на наше дальнейшее сотрудничество, успехи в этой работе. Спасибо.